Лимфатическая система. Для чего нам с вами нужна лимфатическая система? Во-первых, лимфатическая система у нас с вами 60% пациентов – это пациенты, которые имеют деформационно-отечный тип старения, а этот тип старения характеризуется лимфостазом и имбибицией ткани жидкостью, то есть пропитывание ткани жидкостью. И работая с такими пациентами, мы с вами должны обязательно учитывать лимфатические коллекторы для того, чтобы не получить отеки и пастозные лица после контурной пластики. Потому что вот эти объемные шаровидные лица, которые мы с вами видим, это же вообще ни разу не лифтинг, да? Это просто объемные шаровидные лица. И это не лифтинг, это не молодость, это неправильная работа, неправильная тактика работы с такими пациентами, то есть это лимфостаз. Поэтому нам с вами нужно обязательно понимать прохождение лимфатических коллекторов. Второе, что нам с вами, для чего нужна лимфа, это для консультации пациента. Да, это для консультации пациента. Потому что пациенты нас с вами, нас обманывают, да, и не всегда пациенты нам говорят правду на консультации, а соматическое состояние пациентов – это крайне важный аспект для успеха процедуры. Ведь успех процедуры складывается из трех моментов, трех компонентов. Это квалификация специалиста, это препарат, которым вы работаете, и это ваш пациент. Поэтому здесь три полноправных участника в работе. И косметолог, какие бы ни были золотые руки, какие не были бы у него там большие знания, шикарный опыт, да, и тому подобное, если косметолог, какой бы он ни был хорош, но возьмет соматически нездорового пациента и непонятно какой препарат, к сожалению, успеха здесь не будет.